На втором дивизионе в БГУФК встречались команда КВ-студия Берн, и сам Берн был крайне силен, а пока... Историю, но досмотрим атаку, Фурс, здорово, но пошел на двоих и теряет мяч, но здорово, 7-4, победа держала Салепа. Поэтому сегодня есть реваншистское настроение, возможно, наступление. И 1-1, 1-1, быстро сражается. Так, вот на добивание сейчас Белецкий. Отлично, здесь можно забивать, и вот так вот курс. Фурсу доводится пробивать, бьет, а и здорово Карфук. Удар, штанга выручает сейчас, очень... Ну да, активнее пока, Салепа. Низ, в первом тайме первыми забили, вот такой момент у Фурса. Редкого, Давыдов, он может и пробить, но Давыдов Лукьянцева находит, Лукьянцев отлично все делает, и 1-1. Интересно, Фурс на дальнюю штангу, и вот сыграл уже. Выдох, убежал вперед, вдвоем убегают они, и вот это момент. Нет, он сам-то пошел, но Сипура дал на его убегание. Давыдов вновь, Давыдов здорово действует и сам себе придумал этот гол. Лукьянцев продавливает соперника. Передача на партнер. Фурс мячом. Передача. Ох, там хотя бы все обошлось.